Слава тебе, Боже, да слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 3 июля. Перенесение мощей святителя Филиппа и митрополита Московского сия России Чудотворца. После мученической кончины святителя Филиппа 23 декабря 1570 года, сведения о нем 9 января, тело его было погребено в отрочем монастыре в Твери, иноки Соловецкой обители, где он прежде был игуменом, и спросили в 1591 году позволение перенести его мощи в свой монастырь. Многострадальное нетленное тело было положено в могилу, приготовленную епископом Филиппом для себя еще при жизни, под папертью храма преподобных Зосимы и Саватия Соловецких, около гроба старца Ионы Шамина, любимого наставника его в монашеских подвигах. 29 апреля 1646 года игумену Соловецкой обители Илии послана была грамота патриарха Иосифа о торжественном открытии мощей святителя чудотворца Филиппа. 31 мая мощи переложили в новую раку и поставили в Преображенском соборе. В 1652 году Никон, тогда еще митрополит Новгородский, предложил перенести в Москву мощи трех святителей-мучеников, митрополита Филиппа, патриархов Иова и Армогена. По благословению патриарха Иосифа митрополит Никон отправился в 1652 году в Соловки за мощами святителя Филиппа и торжественно перенес их в Москву. В руки святого была вложена покаянная грамота царя Алексея Михайловича, в которой он молил о прощении грехов своего прадеда Иоанна Грозного, склоняя свою власть пред властью церковной. 3 июля святые мощи встречали в Москве. Пастырь невинно изгнанный был возвращен на свой престол. В Успенском соборе на самой середине стоял он 10 дней, и во все дни с утра до вечера был звон, как в пасхальную неделю. Затем святые-то мощи были поставлены в Успенском соборе у южной двери алтаря. На месте встречи мощей святителя Филиппа московским духовенством и народом был воздвигнут крест, от которого получило свое название «Крестовская застава» в Москве у Рижского вокзала. Богу нашему слава! Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.